птички на заклепках. Посмотрите, еще птички по 129 рублей, золотые и красные такие воробушки. Классного и оригинального показывала. Можно очень интересную елку нарядить. Детально проработана птичка. Ну вы посмотрите, как красиво. Очень атмосферная игрушка. Есть подсвечники по 399 рублей. В другом цвете за 99 рублей гроздь шариков на маленькую елку. И можно сделать прям шикарную восточную елку. Очень красиво выглядит, блестит. Новый год пришел в Хофф, и давайте вместе с вами посмотрим, что же интересного есть в магазине Хофф к новому 2020 году. Елочная игрушка на клипсе за 699 рублей, вот такой попугай. Посмотрите, есть какие варианты. Он есть в бордовом, в фиолетовом и в зеленом цвете. Очень нарядные пташки. Даже на попугая не похоже, какая-то волшебная птица-синица. Детально проработана птичка. Вот такие шары-сердечки с бантиками. Очень мило смотрится. 499 рублей за два сердца. О, какой большой цветок. Цветок идет на клипсе. И цена 199 рублей всего. И размер, как видите, очень большой у этого цветка. Можно прям сделать какую-нибудь фиолетово-розовую елку. Видите, тут сколько в фиолетовом цвете украшений в Хоффе. Так что присмотритесь. Набор за 399 рублей елочных шаров. По 5 сантиметров, 10 штук. Посмотрите, какие красивые цвета. Они перламутровые, розовые и белые, и также золотые. Красиво будет выглядеть на елке. Веточки всевозможные. Но с веточками тут пока еще тоже не совсем понятно. Не на все есть цены. Но в целом тут есть вот птички на заклепках. Посмотрите, еще птички по 129 рублей. Золотые и красные такие воробушки. Удобно крепятся. Пока ветки все, видите, как внутри и спрятаны. И пока еще сложно понять цены веток. Ну вот, к примеру, 399, вот такая шикарная ветка, добротная, густая. Но в целом, конечно, цены в Хоффе на ветки и на все украшения чуть дороже, чем, например, в других магазинах. Но и качество очень хорошее при этом игрушек. Какой вариант! Посмотрите, какая ветка! За 699 рублей такая веточка. Ну, ребята, это просто шик! Очень красиво выглядит, блестит, сделано качественно. Посмотрите, как это выглядит красиво. О-о-о-о. Классно. Еще вот такой золотой вариант веточек, которые висят, как ивушка, за 599 рублей. Конечно, в любой вазе это будет выглядеть очень красиво. Декоративная фигурка «Новогодняя суета» 1999 рублей. Посмотрите, какая фигурка симпатичная. Здесь и енот, и бобер, и олень, и заяц. В общем, красивая статуэтка такая. Вот эти елочные игрушки мне очень понравились. Шары в красном цвете. Набор из трех шаров за 799 рублей. И также есть симпатичные шары за 999 рублей в восточном стиле. Я стала замечать, что сейчас очень много шаров, вот таких похожих, именно в восточном стиле стало продаваться. И можно сделать прям шикарную восточную елку. Три таких украшения за 999 рублей. Еще вот такой вариант украшений, которые я вам уже показывала в другом цвете за 99 рублей. Гроздь шариков на маленькую елку. Они есть в золотом варианте, в красном варианте, также вот в таком симпатичном розовом варианте. Тут матовые и глянцевые шарики. Очень даже привлекательная цена. И еще также очень красивое елочное украшение по отличной просто цене. 99 рублей вот такая корона. Только посмотрите, как это все дело переливается. 99. И, по-моему, отличный вариант. На любой елке такая корона будет выглядеть просто великолепно. Будет отличным украшением вашей елочки. Как думаешь, эта подушка сойдет за новогоднюю? Ого-го! Неожиданно.
Ну, слушайте, сочетание вот такого черного и розового очень эффектно выглядит. Вот такие варианты елочных шаров стеклянных за 299 рублей в зеленом цвете. И видите, сделано как будто иней лег на эти шарики. Они есть золотые, зеленые и в таком бронзовом красивом цвете. Также есть очень симпатичные банты за 599 рублей. Просто огромный бант. Это на очень большую елку. И выглядят они очень аккуратно и красиво. Есть подсвечники по 399 рублей. Не знаю, где они выставлены, но вот здесь в коробочках пока вижу. Вот так выглядит подсвечник. И вот набор из 25 елочных игрушек я вам уже показывала за 2499. Такой наборчик. Вот они, эти подсвечники, ребята. Посмотрите, как красиво. 499 рублей. У вас будет еще отсвечиваться это все звездочками на потолке, либо на стене. И вокруг вот такое украшение елочное, вокруг светильника. И вот такая елочная игрушка. Машинка с елками за 499 рублей. Посмотрите, как проработаны детали у этой машинки. Она действительно своих денег стоит. Ну, это просто шикарно. Бокал мартини. Ну, как, вот какие же задумки в Хоффе. Я таких игрушек нигде не видела. 299 рублей. Бокал мартини. Сколько я вам всего тут классного и оригинального показывала. Можно очень интересную елку нарядить. Корона, бокал мартини. И цены при этом, при такой оригинальности, очень даже доступные. Вот еще тоже очень красивый вариант елочного украшения. Фонарик. Вы посмотрите, как он проработан. Внутри будет гореть у вас свеча. Очень красивый фонарик. 499 рублей всего. Есть в красном, вот в таком золотом и бронзовом цвете. Вот бронзовый вообще выглядит, как будто это настоящая бронза. Очень детально проработана. Давайте попробуем включить. О, он светится, ребята! Ну, вы посмотрите, как красиво. Очень атмосферная игрушка. И за 499 рублей, на мой взгляд, это просто отличная цена за этот фонарик. Вот еще 16 шаров за 599, я вам их показывала, они еще есть в зеленом варианте. Также есть 3 шара очень красивых, прозрачных, внутри с золотой веточкой за 599 рублей. Выглядит оригинально. Наконечники по 349 в красном цвете и по 399, вот звезда. Вот такой набор из 12, да, шаров. Нет, 9 шаров по 8 сантиметров, вот такой в красном цвете. Тоже выглядит симпатично. Посмотрите, какие тоже бордово-красные шары. Такие прям насыщенные цвета. 299 рублей такие шарики. И за 169 тоже стеклянный шарик вот в таком красном цвете. Также есть очень интересные украшения на стол. Посмотрите, сразу с 4 подсвечниками, как красиво выглядит это украшение. 1999 за 2000 будет. Вот такое украшение. Еще есть вот такие птички на прищепках, на клипсах за 349 рублей. Две птички. Они прям в перышках. Хвостик оригинальный. Посмотрите, как красиво сделана эта птичка. Очень детально проработана. Глазки симпатичные. Декоративные подсвечники по 899 рублей. Будут красиво тоже отражаться звездочками на стенах и потолке. Такой подсвечник в виде снеговика. И также есть вот такой милый олененок с котенком за 899 рублей. Также есть за 1599 декоративная фигурка птички на санках. И также есть за 799 декоративный олень. И на нем вот такой мальчишка сидит. О, какие милые ангелочки. Вы только посмотрите, у ангелочка в руках еще какая-то стразинка. Но на них пока что-то я не вижу цены, на этих ангелочков. Вот такой интересный подсвечник за 899. Тоже есть в новогодних. Этот я вам уже показывала за 699. Ну уж очень он красивый. И также за 399 искусственный цветок. Тоже отличный вариант. Ого-го. А, ну вот эти мы уже видели за 799, но они очень красивые. Еще 2 больших колокольчика, которые очень детально прорисованы, есть за 1299. И также есть вот такие коньки за 699, и коньки проработаны тоже очень хорошо.
вот такие в сумочках котята. Я вам показывала щенки в сумочке, а здесь котята за 599 в красной сумочке. Вот такие милые малыши. Банты также есть в других цветах. Мы видели с вами в красном. И есть еще за... Почем они? Почем банты-то? 799 есть золотой и розовый бант. Наконечник на елку. Такой гламурно-розовом цвете за 799 рублей. И есть также розовые игрушки, большой выбор. Нежно-персиковый цвет шаров за 299. Посмотрите, какой красивый.